В соответствии с полномочиями, предоставленными мне Конституцией Республики и Верховным Советом, я подписал указ о введении с 8 часов утра 15 ноября текущего года в нашей стране национальной валюты тенге. С этого момента начинается отсчет нового переломного по своей сути этапа становления и развития подлинно независимого государства Казахстан. Такие события происходят в истории каждой страны только один раз. Все мы должны проникнуться пониманием необходимости и чрезвычайности обстоятельств и мотивов введения своей национальной валюты. Для нас она имеет беспрецедентное не только экономическое, но и политическое значение. А теперь хочу вам показать эти банкноты. Они изготовлены в лучших организациях западных стран, которые этим занимаются. Имеют многократную, будем говорить, 12-15-кратную защиту. Считается одной из по изготовлению очень хороших валют. 100 тенге, 100 тенге, здесь изображение Аблайхана. Мы взяли, чтобы народ знал, и это есть дань уважения тем, кто сохранил Казахстан от нашествия, сохранил единство нашего государства. Елю тенге. 50 тенге – это Абулхайр хан. Джирма тенге – 20 тенге. Я думаю, Абай всем казахстанцам известен. 10 тенге – 10 тенге – Чохан Валиханов. Я думаю, что этот человек исторически известен также всем. Без тенге. 5 тенге. Только недавно мы отметили юбилей этого великого человека, композитора из народа Курмангазы. 3 тенге. 3 тенге. Это здесь изображен великий певец народный, известный всему народу, это Сюембай. Бір тенге. Один тенге. Это Аль-Фараби. Единственные трудности у нас были по отпечатанию металлических монет, поэтому мы сейчас вместо металлических будем вводить бумажные копейки. Со временем, в ближайшее время, металл казахстанский, станки в Казахстане мы отпечатаем и поменяем их на металлические монеты Казахстана. Вот это вот тенге, это вот с другой стороны. Желаю вам всего доброго.